только глаз, я аж нервничать начала. Если можно, сделайте. А дайте мне еще, девочки, тарелочку, чтобы я убирала. Она очень тонкая, очень нежная. Вы видите, как рыба виляет хвостиком, она получает удовольствие от того, что ей столько внимания, она прибыла к нам издалека. Звезда, что сказать? Да. Да. Не возьму я ее. Теперь я знаю, как подарить любимую. Отлично, да, кстати. Тоже отлично, да. Вы знаете, где теперь это сделать? Да, я только что хотел сказать. Дорогая, пойдем сегодня.